Всем привет! Продолжаем маскарад вампиров. В прошлой серии делали мы квест в Чайнатауне. Также мы прошли вот этот вот такой долгий квест, так сказать, на плакатике. Еще не прошли. Ну, попроходили, да, в общем, большую часть закрыли. Что мы еще сделали? Забрали ключ для Чайнатауна по квесту «Сеть» от Митника. У нас висит квест от Мандарина, который нас ждет там. Ну, подождет еще немножко. Этот нам ищет плакат. А, хочет нам плакат эмали дать, табличку ищет. Мне бы хотелось посмотреть. Ну да, кстати. Ну, тогда, наверное, что-то вот запутанную паутину пройдем. Ну, тут особо больше не на что. Ну да, собственно, ее осталось пройти. Так, ну что, поехали тогда в Чайнатаун опять. Здорово. Эй, иди, Котейка, гуляй, нужна компания? Нет, спасибо. Котейка. Угу. Так, скользим по стене. А там котик. Ух. Ух. Князь нас видеть куда-то не хочет. Направляемся. Да, поехали в этот, в Чайнатаун. Слушай, я к нему уже даже привыкла. То он брателло наш, что вампир возит нас за бесплатно. С города в город там. Я все еще не исключаю, что это фейк-такси, и что там происходит за кадром, тебе неведомо. Бесплатно ли, не бесплатно ли. Все бесплатно. Так, ну мы тут, получается, скорее всего, все квесты проходили, потому что... А, еще... Еще один вспомнили. Да. У этого чувачка, который тут... Странные цифры нам рассказывает. Просто уйдите. О, смотрите, кто пришла. Грота Чайнатауна. Хочешь погадать будущее, мисс? Или, может, хочешь сделать деньги? А, вот он уже предлагает нам, да, сам задание? А, деньги? Да. Большие-большие деньги, залёгкие. Большие-большие. Тебе надо только сделать так, чтобы один человек исчез. Но никак на шоу-фоне с ним. Хочешь, чтобы я кого-нибудь убил? Почему бы тебе не повторить погромче, чтобы тебя услышали жители квартала? Да, я именно об этом. Опа. Внезапно. Извини, так, я... сейчас, погоди, сколько мы там людей перебили? Сейчас, мы я, в боевых зонах. Я посмотрю свой справочник. Мы в боевых зонах побывали. Извини, я не убийца, найди кого-нибудь еще. Нам Джек говорил, что если это самооборона, то пожалуйста. Остальное вспомни не считается. Вспомни мужика. Ладно, в квартире охранника. Ну, это твоя вина. Да, мои руки покрыты его кровью, но по сути ты же убийца. Так, почему бы тебе не рассказать детали? Деньги могут мне пригодиться. Ты можешь мне не верить. Мне это не важно. Но я бывать первый киллер китайской мафии. Меня называть Чивенча. Туристический агент подземного мира, потому что я очень многих туда отправляю. Если всем уйти на покой, я выполнил самую большую миссию за свой карьеру. Убивать важный китайский чиновник. Слишком большая миссия для одного, потому мой друг Лю Фанг помогал мне. Мы убили человека, я пришлось спрятать награду, чтобы никто не мог выследить нас. У нас с Лю Фангом у обоих ключи от сейфа с деньгами. Чтобы мы вдвоем открывали его через много лет после убийства. Но Лю смея. Он убивает меня, как только я открою сейф. Он говорит, убью его, большого зайца. И мы не разговаривать больше. Но мне нужны деньги. Мне нужен его ключ. Ты хочешь, чтобы я убил Лю Фанга и забрал его ключ? Верно. Я давать тебе 10% денег за ты убивать Лю. Я уверен. Улю ключ с собой. Принеси мне ключ, я дам тебе деньги, и все счастливы, кроме Лю. Вообще-то я, конечно, не хочу его убивать.
Наверное, я сейчас пойду заберу у Лю этот ключ. Ты хороший мальчик. Я жду тебя здесь. Хороший мальчик. Где я могу найти Лю? Лю, алкогольная губка. Тратит весь свое время, пытаясь совершенствовать искусство спаивать свой задница в баре ресторана «Красный дракон». Ты, наверное, учуешь его раньше, чем увидишь. Такой харю. Ясно, до встречи. Блин, а мы в «Красном драконе» были, кстати. Сколько раз? Да уже так раз там были. То там Хингиака этот, то там, блин, дочь угнали, вот, да? Еще и алкаш там где-то должен сидеть. Элю. Элю какой? Где у вас тут Лю? Где-то прибухивает. Ты Лю? Да? Нет, это Тонг. Извини, перепутал тебя. Ну и чего ты хочешь? Это тоже не Лю. Я дам тебе знать, когда сам пойму, да? А где ж Лю? Так, это выход, да? Нет, это... О, это Лю, да? Ну вот прикинь, мы тебя искали. Он недолго отлучился, да. А ты как раз там... У него были дела. Давай я рассказать тебе. Подойди поближе, чтобы слышать это. Дети, дети, знать ничего. Чертовски верно, старик. Да, видишь, ты понимаешь? Понимаешь. Они приступают, ну, неорганизованно, грязно. Никто больше так не делает. Сплошное пиф-паф. Копы — это плохо, все грязно, неорганизованно. И у тебя есть решение проблемы? Лю Фанг знать. Я Лю Фанг. Лю Фанг знать. И как ты можешь это знать? Был. Подойди ближе. Нельзя так громко. Был наемник. Я убивать. Хорошо убивать. Лю Фанг убивать людей. Ты всем это рассказываешь? Да, я тут вообще-то мимо проходил. Обои хороши, да? Только встретили. А я убийца, я... Я убийца, о, здорово. А теперь ты уже не наемный убийца? На пенсии. Счастливой пенсии. Никаких работ, никаких денег. Не говорить бармена. Нет, опять же, если это было 40 лет назад, я думаю, они могут бахвалиться, сколько им вообще вздумается уже. А где ты берешь сейчас деньги? Деньги есть. Нужно больше. Есть спрятанные. Нельзя достать. Спрятанные? Под замком. Открыть два ключ. У Лю Фанг. Опа, бабка подслушивает, смотри. Ага. Бабка подслушивает, осторожно. Все, нормально, ушла. Прогнали бабку. И где же другой ключ? У Лю Фанг раньше быть напарник. Не напарник, друг. У Лю Фанга быть друг. Джи Вен Джа. Джи Вен Джа, Лю Фанг друзья. Оба убивать людей за деньги. Для Тонгов. Тогда хороших, не для плохих теперь. А, и что произошло? Как-то убивать человек. Очень трудно убивать. Надо обоих нас, чтобы убить человек. Много денег за убийство. Деньги в сейф. Закрывать на два ключа. Один у Лю Фанг, другой у Джи Вен Джа. Ребят, у нас взлом на 9. Я думаю, там одного ключа хватит. А что случилось потом? Все меняться. Лю Фанг больше не думать, что доверять Джи Вен Джа. Джи Вен Джа вести себя странно. Лю Фанг думать, что Джи Вен Джа убить его. У Джи Вен Джа начать бегать глаза. Лю Фанг заметил. Лю Фанг хорошо читать в людях. Джи Вен Джа, он задумывать нехорошее. Так, надо их попробовать как-то помирить, что ли? Чего они... Все подозревают друг друга. Друзья были вон. Так. Старикака, подозревака. Угу. А ты не хочешь с ним поговорить? Нет, с тех пор мы отдельно. Больше не друзья, лишь убийцы. Не подходить друг к другу, не говорить. Как же их помирить-то? Да ты пока изучай, говори, да? А,
Ну, первое. Значит, ты хочешь получить ключ Дживинджа. Конечно, хотеть ключ. Лю Фанг хотеть деньги. И где сейчас Дживинджа? Дживинджа траливали чушь, предсказывать судьбу на улице. Вот это точно подмечу. Он не убийца больше. Жалкий мошенник теперь Дживинджа. Он носить ключ с собой. Всегда боится Лю Фанга. Траливали чушь-перечушь, да, это надо запомнить такое. И как ты планируешь забрать у него ключ? Может, ты возьмешь ключ у Дживенджа? Ты убивать людей. Лю Фанг знает. Я читать людей. Дай посмотрю на тебя. Да, ты убивать. Ты убивать Дживенджа. Это просто. Что я буду с этого иметь? Я давать деньги. Когда Лю Фанг получать ключ, он платить 20% спрятанных денег. Убей, так, а тот там сколько предлагал? 10. Угу. Конечно, я сделаю. Хорошо. Идти к Дживенджа на улице, забирать ключ, наносить ущерб. И отдавать 20%. И держать это в тайне. Хороший убийца молчать. Ладно, пойду наведусь к Дживенджа. Окей, пока. Удачи, тихий парень. Пока. Так, значит, тот нам предложил... Это все еще та газета, да? Тот нам предложил 10%. Вот и 20%. Как он там траливали? Я уже забыла. Ахалай-махалай. А это 20%. Траливали чушь-перечушь? Да. Точно так? Ну, как-то так. Ну, ничего, на записи еще раз посмотрим. Где моя ключ? О, тут, кстати, второй, может быть, уже приблизит наш к этому? Может быть. Вам надо забыть о прошлом, начать доверять друг другу. Почему вы враждуете? Если я открою сейф вместе с Лю, Лю убьет меня, он подлый. Что мне делать, поверить Лю? Это как дать подержать выпивку, Лю. Ты знаешь, что он выпьет ее. Так зачем давать ему возможность? А вы не слишком... старые, чтобы убивать друг друга. Тебе не сойдет это с рук. Что-то какая-то странная. Ну, попробуй. А вы не слишком старые, чтобы да, убивать друг прочитал. Друга? Да. Тебе не сойдет это с рук. Может быть, но Лю псих. Однажды он убил щенка, потому что тот лает всю ночь и не давал спать. Хочется бы я доверял убийце щенков. Ну, давайте я с вами пойду, откройте там этот сейф при мне и все. Это уже слишком, я убью Лю. Он убивает щенков, да. Когда ты в последний раз разговаривал с Лю? 2 недели назад. Я говорил, эй, Лю, засунь это себе в жопу. И показать ему палец. А так, я не говорить с ним уже 25 лет. А, ну 25 лет назад. Возможно, если ты с ним поговоришь, то обнаружишь, что он не собирается тебя убивать. Может быть, но... Тогда вы оба сможете поделить деньги. Вам обоим деньги нужны больше, чем тюрьма. Ладно. Я поговорю с ним. Может, нам выйдет уладить дело. Но если он только попробует винтить, ошметки Лю будут по всему ресторану. Как скажешь. Удачи, пока. Вы убедили одного киллера забыть о вражде. Теперь стоит поговорить с другим. Какое-то тут убеждение, странный диалог такой был. Что-то не знаю. Ну, может, кривой перевод. Может, немножко как-то криво. Так, ты там опять сыт, смотрите. Нет, опа, он попался. Забыл, как дверь открывается, похоже. Нашел ключ, что я искал. Я убедил Дживинджа помириться с тобой. Вы ведь были друзьями. Не в этот случай. Слишком много лет между Лю Фанг и Дживинджа сейчас. Несомненно, между вами обоими не только ненависть, есть и еще что-то. Может и так. Лю Фанг не знает. Как можно доверять? Он так давно хотеть убить Лю Фанг. Теперь он другой? Нет. Я так не думать. Ты тоже хотел убить его, так что вы квиты. Может и так.
Думать, Люфанг хочет смертей? Я ушел. Я в отставка. Конец. Я в отставка. Так помиритесь. О, ты прав, сэр. Очень благородно. Люфанг хочет друга, а не крови. Надо забывать все плохое. Дживенджа, добро пожаловать к Люфанг. Я хотеть друг. Отлично. Ох, спасибо. Ого. Надеюсь, когда ты видишь Люфанг, Дживенджа уже сидеть с выпивкой. Аж 6 опыта. Я тоже на это надеюсь. Ну, это тогда очень неплохой такой квест. Я думал, там 2 даты. Ну, как бы ты бы получил 1000, около того. Если бы. Да. И 2 опыта, наверное. Угу. Вы убедили Дживенджа и Люфанг забыть о вражде и снова стать друзьями. Чувствуете, опять сколько же, в ней любви? Опять же, все-таки для выполнения этого квеста требуется то ли 8, то ли 9 убеждения. У нас, поэтому... у нас 9 как раз. Поэтому оно столько и стоит. Так, это у нас что сейчас, броня, да? Ну, Толя еще говорила, что если к ним ходить туда-сюда, они все больше и больше процент начинают предлагать. Ну да. Ты там до 80% приблизительно можешь дойти. Так, у нас ключ есть, да, от этого? Все. Честно, я не знаю, меняет ли это как-то итоговую сумму. По-моему, что ты хоть 10 наторгуешь, да? Что хоть 80, то все равно получишь 1000. Но наверняка я не знаю. Так, ну поехали в сеть. Чинить уже. Так, нам там надо что-то вначале охранную систему сломать. Где только это? Это боевая зона, да? Да. Так, значит, надеваем костюм наш на ловкость. И паук крадется. Опа. Двери сами открываются, я ничего не знаю. Магия. Все еще барабашка. Так, значит, а тут у нас что? Похоже на какую-то серию как раз, да? Нет, не похоже. А он сейчас уже тут, да? Все, застрял, да? Эй, кто здесь? Никого нет. Все, ты сломал квест. А, ну я же супер инвизный, да? Стоять! Нет. Нет, не угадал. Ну, заметь, не провалил задание. Ну, он там... Но он как бы сказал о том, что можно с чернухой вроде бы. Да, он сказал, что как-то можно с чернухой, но я думаю, что... Можно попробовать? Ну, скорее всего, да, наверное, больше очков дадут за инвиз. Теперь сохранись, пожалуйста, после входа, ладно? Окей. Интересно, он тебя видит за прозрачными дверьми? Мне кажется, нет. Ну, да. Я думаю, тут скриптовано это. Да нет. Вот это дурак. Ну, ладно. Так, прорицание. А тут у вас компьютер в каком состоянии? О, ага. Тут уже нормально. Дверь закройте, пожалуйста. Так, вирусняк там, значит, какой-то. Олег. Пароль нужен, да? Ну, может, тут хацкеры? Белокожие. О, да, хулиган — это наш вирус. Хулиган. По-моему, это какая-то ссылка на заводной апельсин. О, а что там еще? Что вот на столе вот лежит такое интересное? Электричество, еще что-то было? Да, что-то там много было. Хулиган. Вкусности? Что-то вкусности. Там с большим восклицательным знаком. А, блин, время идет. Полезную вещицу в качестве награды за твои старания. Неподалеку. Мы же говорили, что-то на столе. Угу. Сейчас еще. Ну, может быть, он не об этом, конечно. Допустим. XXX. Внимание, электричество отключено, ну ясно. Да, а, вот. Не опоздно. Уже говорю, что-то подозрительно. Но это он сказал, что за мои слова не. Не опоздно. Старание. А? Старание, да. Это не браслет. Что бы сделал Иисус? Так что вы понять не имеете, что это может быть для использования.
предметам нужен навык обучения хотя бы 8. А у тебя нет навыка обучения 8? 8. А, ну через несколько секунд. Да, он сейчас обновится. К смекалке. Плетеный талисман. Нося шаманский фетиш, вы чувствуете, как ваш дух двигается быстро, словно орел. Плюс к смекалке. Смекалка у нас дает... Хакерство, которое у тебя... Не, еще что-то. Еще что-то? Где она? Вот смекалка. Вот еще. Защита в бою. Ну ладно. Так, 8 очков у нас. Да блин, хотел присесть. Где поп? А, ну собственно мы электричество выключили. Он, наверное, слепой тут, как котенок. Ну. Так, нам вообще куда надо, непонятно даже, да? Что-то тут как-то надо. Все. Ой. А как далеко он будет идти? Ну, я не думаю, что он будет проходить дверь, скорее всего, до двери. И обратно. А что произойдет через 8? Свет включится. А что, типа, с подсветом ты не в состоянии ничего сделать, что ли? Это просто прикол какой-то. А, не, ну я... Это я... здесь? Ты дверь за собой не закрыл. Разве? Я потерял этот хренов код для доступа в серверную, теперь не могу туда попасть. Не мог бы ты снова мне его выслать? И да, я собираюсь грохнуть тебя сегодня вечером в злобной резне. 2. Ну и бредятина, как будто я хоть раз компирил уберпушкой. Расскажи им об этом. Кому? Своему чуваку. Ага. Ну, какая-то... Стикулирую его задницу. Ну, какой-то игровой, я так понимаю, или... Кстати, почему копы через стену видели, у нас уже закончился эффект. Он что-то... он какой-то это... нервный. Какой-то... Почему он не ломается? И тут... А у меня отсюда? Нет, нет, другой. Чё мы ищем вообще? Нам муха. Вот дерьмо, вот дерьмо. Ты идиот, сколько раз еще должен тебе его присылать? Код 4567. Ага. 4567. И он предложил что-то засунуть в задницу, но не важно. Давайте быстренько почитаем, что там. Нужно проникнуть в офис. Так, активировать хулиган. Позволит пройти через первую серьезно защищенную дверь. Где-то за этой дверью будет помещение серверное. Вам также лучше украсть что-нибудь... из хранилища компании, что за путь следствия. Что-то тут много всего сделать надо, на самом деле. Так, ты код запомнил? 4, 5, что там? Я забыла. 4, 5, 6, 7, нет? Ну да, подряд. 4, 5, 6, 7. Просто. Где коп? О, поплыл. Ты вонёшься? Я только что вонялся. А, ну да. Про этот, предыдущую дверь я не... Блядь. Предыдущую дверь я не сканировал, вот эту вот. Он что, пошел проверять, что ли? Да, сюда. Слушай, чувак, а зайди сюда? Ну все, он сломался. Ты вот не мог в комнате сломаться, блин, а обязательно вот ломаться было на улице. Так, ну я знаю. Ну он что, дурак, что ли, такой? Да. Он палил меня, блин, ну вот. Ну так вот, ну он что, дурак, что ли, по-твоему? Когда стул грохается. Там. Вот. Что здесь лазишь? А, слушай, решетка. Да, я вижу, но у меня тут нет ничего. Ага. Нет. А, тут же еще какая-то хрень, нам надо украсть. Ну, что-то со склада, а не просто с помещения. Я думаю, дверь будет какая-то приметная. Ты пошел, по-моему, в обратном направлении. Не-не-не. Ага. Ладно, вот. Так, что тут? Ничего нет. Опять почта. Ну, получается, мне главное, что за 6 минут вытерло. Трахбинстер?
Какой же ты урод, даже хитрый... Жирный секретарь плюет тебе на голову. Ха, с удовольствием убью тебя сегодня вечером в злобной резне. Ну, короче, они во что-то играют, что-то типа КС-ки, походу. Сдавайся, Баки, сука, твой словарный запас не поможет тебе, когда вар... О, господи, раскрошит тебе череп. Никогда, мать твою, не подставляй свое дупло клану. Ну, короче, понятно, еще да. Тут катают. А, лично. Я даже не буду пытаться читать их никнеймы. Ой, да ну нахрен. Размышления там какие-то, блин. Так, коп далеко? Ну да, далековато. Успею. 4, 5, 6, 7. Ну таких как мы, да? Никого тут нет? Ой. Ну, скриптованный, так ну, что... Да. Так, это серверная. Серверная, да. Это нам тут надо все взломать, да? Да, ну заодно. А, тут в принципе никого не будет, что ли? Давайте сохранимся еще разочек. Ну потом еще обратно. Опа. Через сервер. Значит, через сервер. Да. Два компа, да? Смотрим. Ничего тут нет. Вроде нет. Ну, давайте взломать. Так, хранилище. Не пилаж? Что это? А, открыть. Банское хранилище открыто. А здесь... То же самое. Да, одной рукой печатаю, просто неудобно. Ага, Нирвана. Ага, Шрек нет. Шрек. Че? Ну... А, ну да. Тебе лучше доделать свою работу и сваливать оттуда нахрен, новичок. Тик-так, помощь нужна? Если да, найди офис. Залогинен там и посмотрю, что... Будешь, что смогу сделать. В противном случае будешь выпутываться самостоятельно. Офис кто? Так, офис парня по имени Роб Неслер. Роб Неслер. Ну, наверное, на табличках будет написано. Ну, пачка так, денег. Пачка денег. Именная табличка. Вот, кстати, у нас ее искали. Да, тут больше ничего нет, все, просто пачка денег и именная табличка, да? Роб Неслер, Роб Неслер. Ну, сейчас ждем. Времени, конечно, у нас. Тик-так, тик-так. А что нам может помочь этот открыть канализацию? Ну, выходи. Так вон он идет. Он далеко. Да ни хрена себе далеко. В обратную сторону он сейчас идет вообще. Не тот. Ага. Почему мы видим через стены? Что-то у нас какое-то прорицание прям. Походу оно сломалось. Или типа с сейвом. Похоже, да, какой-то баг с сейвом, что? Какой-то роб там, да? Роб Неслер. Нет. А там у одного нельзя было ничего сделать на компе, это, наверное, он. Вот этот вот. Да. Да. Предсказуемо, а все. Ага, и вон как раз митник. Да, я на английском печатаешь. Спасение. У тебя получилось? Пришлось попотеть, когда запахло жареным. Расслабься, я открою вентиляционную решетку за тебя. Спасибо, малыш, береги себя там. Собственно, мы так и думали, что так и будет. Табличку нашли, хранилище открыли, хаб поставили, все. По красоте. Да. Вы успешно активировали все хабы для митника. Новая сеть на сферат установлена и успешно работает. 11 опыта у нас есть. О, ты стремительность на максимум вкачала? Да. Что-то не видела. Но мы еще и не тестили.
Борьбу силу 12, да, стоит? Получается, что нам сейчас выбор? Либо нам идти вот сюда вот, к мандарину, либо идти сдавать все квесты. Иди к мандарину. Я думаю, что мы когда на Сфератусе, когда этого найдем, нам же все равно к Гэри возвращаться, правильно? А как иначе? Вообще, по-моему, нет, как-то он удаленно. Удаленно будет с нами работать? Да, ну просто иди уже. Потому что как раз там есть последняя плюшка, которая нужна Гэри для квеста на плакатике. Так, что-то у вас тут какие-то мусорки катаются, что-то у вас не в порядке. А кто-нибудь этот на ресепшене не хочет мне тут? Администратор. Очень рад, что ты решил уйти. А, это тут тоже телеки, да? Если хочешь увидеть товарища, пройди в эти двери. Ага. Нет, приведи его сюда. Нет, приведи его сюда, давай поговорим. Объект отказывается идти в следующее помещение. Возможно, из-за теоретического шестого чувства. Или, может быть, просто от страха. Ты упрям по своей природе? Или это инстинкт? Что это за место? Объект не идет на сотрудничество. Это может быть побочным эффектом его состояния. Или же остаточным дефектом личности. Пройди в эти двери. Нет. Объект отказывается пройти в следующую камеру. Уверяю, твой товарищ еще жив. Хочешь его свободы? Делай, как я говорю. Выходи сюда, покажись. Пройди в эти двери. Я приду за тобой. А, тут опыт, да, над нами будут проводить. Объект. Сам ты объект. Слышал, что ты весьма изобретательная личность. Это делает тебя любопытным. Кто тебе говорил такое? Вы можете считать смертных слабаками и дураками, и иногда это справедливо. Но ну, типа вы тоже им были. Почему так медленно? Объект мужчина. Возраст от 20 до 30 лет. Истинный возраст неизвестен. В принципе, где-то так нам и есть на самом деле, о чем вот тут, может быть, максимум месяц. Как и ранее, месяц, нет тусить. Признаков жизни. Нет сердцебиения, тело не выделяет тепла. Воздух в испытательной камере на 97% состоит из угарного газа. Нормальное дыхание невозможно. Объект по всем признакам клинически мертв. Газ он тут. Ну, привет. Да. Я проведу над тобой эксперименты. Мне интересно узнать, как вы устроены. Но лишь потому, что я ищу наиболее эффективные способы убивать ваш род. Прошу, покажи мне все, что умеешь. Мы кролик. Экспериментатор хрень. Ой, фу, что так ярко. Испытательную камеру заполняет ультрафиолет, излучая солнечную радиацию. Даже не жжет. Объект не выказывает признаков боли и физического дискомфорта. Выключайте свет. Вывод. Ультрафиолетовое излучение не оказывает вреда. Ой. Вопрос, а почему тогда мы на солнце пройди выгораем? Пройди в следующее помещение. Ну это же солнце. Это же солнце. Я дам тебе собаку за хорошую поведение. Мои подопытные предпочитают кровь собак. Ваш рот находчивый. Ваш инстинкт... Оооо, это ваншот? Мне интересны твои сверхспособности. Давай посмотрим, что ты... Что, опять ехать, что ли? Да. На супер медленном лифте. О, я понял, тут надо после каждого этого сохраняться. После каждой комнаты. Вообще, да, я помню, я довольно долго проходила это место. Вот, блин, экспериментатор, ты хрен. А, как далеко. Опять слушать его нудятину. Ой, ну сейчас просто, значит, сразу согласимся с ним и все. Очень рад, что ты лишь... Думаешь, ты меня напугал? Не, а, я уже иду. А как же панты? Хорошо. Ну как же понты, Игорь? Ну все, уже попонтовались в прошлый раз. Но он-то в этот раз ничего не слышал. Теперь он подумает, что ты беспонтовый. Но ты не оцениваешь меня.
Да отсыпаешь меня. Ну давай, чувак. Объект мужчина. Возраст. Кстати, можно пока оружие перезаряжать. Истинный возраст неизвестен. Ну да, чтоб типа без дела не стоять. Ну да, что мне как раз все разряжено. Как и ранее, нет признаков жизни. Нет сердцебиения, тело не выделяет тепла. Ну, он же Носферату поймал. Воздух в испытательной камере на 97% состоит из угарного газа. Что, арбалет тоже? А, ну да, нужно зарядить. Объект по всем. То есть ты носишь заряженный арбалет у себя в кармане, да? Ну, привет. Ну, привет. Я проведу над тобой эксперимент. Мне интересно узнать, как вы устроены. Но лишь потому, что я ищу наиболее эффективные способы... Чтобы он знал, что мы серьезно настроены. Покажи мне все, что умеешь. Начинаем эксперимент. Испытательную камеру выполняет ультрафиолет, излучая солнечную радиацию. Даже не жжет. Что за прикол со светом? Почему солнце жжет, а ультрафиолет не жжет? Объект не выказывает признаков боли и физического дискомфорта. Выключайте свет. Получается, вывод. Ультрафиолетовое излучение не оказывает вреда. Если кобра не больна. Прошу, пройди в следующее помещение. Да, сейф. Да, сейф. Сейф, пожалуйста. В студию. Может, их сломать как-то можно? Да я вот так сейчас уже подумал, пока стрелял. Собаку за хорошее поведение. Мои подопытные предпочитают кровь собаки. Ваш рот находчивый. Ваши инстинкты выживания граничат с животными. Мне интересны твои сверхспособности. Давай посмотрим. Ай! Ты собака, ты, блин. Да. А это последний вообще газ, ну ты-то что заорала? Я очень. Ваш рот находчивый. Ваши инстинкты выживания граничат с животными. Мне интересно. А, то есть это не ваншот, да? Давай посмотрим, что ты предпримешь. Ну, довольно эти стены быстро. Из толстого армированного бетона. Здесь нет другого выхода, поверь. Я сам все проектировал. Ну все, все, прошел, прошел. Так, этот перезарядил, все нормально. Отхилились. Поехали дальше. Фу. Фу, не синдикат, фу, да, мандарин еще. Ого. Лишь простейшие существа могут пережить расчленение. Мне говорили, что вы способны регенерировать, так что хочу посмотреть на это. А, он типа. Интересно, сколько конечностей ты можешь потерять, прежде чем прекратить. Инвентарь переполнен, а что тут? Твоя конечность. Не, серьезно, что мы там нашли? Может, их сломал? Блин, посмотрел и посмотрел, дверь-то открой, мудак. Там еще какие-то окошки были. А, вон те окошки. Вон те окошки. Так, ну вот посмотрел, ты что, домой, да, и все дальше. Лишь простейшие существа могут пережить расчленение. Мне говорили, что вы способны регенерировать, так что хочу посмотреть на это. Так переполнен, да что тут? Интересно, сколько конечностей ты можешь потерять, прежде чем прекратишь функционировать. Ты ёпта, эти вертушки сраные зажали. Как они, блин, как после них прыгать? Не давать себя зажать. Прошу прощения. Инвентарь переполнен. А что мы можем выкинуть? Какой инвентарь? Оружие? Ну, вот это УЗИ, в принципе, бесполезно уже. У тебя же было где-то прям УЗИ, УЗИ. Да, последним словом. Лишь простейшие существа могут пережить расчленение. Мне говорили, что вы способны регенерировать. Как бы да, просто не давать себя зажать. Это да. Интересно, сколько конечностей ты можешь потерять, прежде чем прекратишь функционировать? А сейчас ничего, да, не подбирает. Вот, что-то подобрал. А, все-таки, наверное, надо не надо стрелять, их, да? Скорее всего, все-таки прострелять. А, вон там какая-то херня у них, все заметно. Не самая первая мышца, как правило, правильно. Да, ну почему? Она, видимо, только... Лишь простейшие существа могут пережить расчленение. Мне говорили, что вы способны регенерировать. Так что хочу посмотреть на это. Ты можешь потерять. Может, где-то кнопка есть? А, вон там, наверное, да? Ну,
Да, да. Ты изрядно устойчивый. Посмотрим, как ты справишься с живыми целями. Проходи в следующее помещение. Ой, да живым вообще легко. Уж зависит от количества. Да мы там такую толпу этих китайцев. Иногда мифы строятся на правдивых наблюдениях. А если это организованно с вонтами, не знаю, с щитами. Начинаем эксперимент Ван Хельс. О, Ван Хельс. Больно, правда? Не хочу, чтобы эксперимент на этом закончился. Прошу, не разочаровывай меня. Обязательно надо убить, да? Жалко же. Вот ты убийца. Что ж, если не помогает Бог, остается верить лишь в оружие. Приступайте, командир. Ну, это, кстати, максимально получается у нас сейчас. Ага. Пока что они вообще ничего не успевают делать. Ну, потому что они еще даже на позиции не стали. Рекомендуются испытания. Да ты чё, блин, я ж снайпер. Что оно делает? Оно? Ну, по сути, просто как бы запись для в... Чё, блин, я ж снайпер. Ты весьма ценная морская свинка. Итак. Но у нас конфликт интересов. Ты продолжаешь держаться. Несмотря на мои усилия вывести тебя из строя, это требует более радикального подхода. Давай, пройди в следующее помещение. Серьезно. Я испытываю изрядный энтузиазм от следующего эксперимента. Давай, давай. А что, нам не в этот путь помещение? Нет, да, нам вниз. Вниз. Так, лампочка. Ишь лампочку, иди на лампочке. Многие политические режимы использовали электричество для допроса пленных. Будет ценно, если это применимо и к вашему пленнику. Или же электричество окажет такой же эффект, как и огонь. Давайте выясним. Кажется, надо что-то тут сломать опять же. Ну пускай, наверное, током шандарахнет один раз. Что это, успокоился? Нет, тут нужно что-то делать. Звук прикольный. Или можно так на выше. Них надо все нажать? Но если в них пострелять? Нет. Не. Это не нажимается. Ну все, посмотрел, садил бы. Нет. Хорошо, ищем дальше. Вот смотри, там их что-то горит уже. Ага, умственные физические способности. Я весьма озадачен, что нечто мертвое обладает столь мощными способностями к выживанию. Ага, физически, как скажешь. Давайте перейдем к финалу. Пройди в следующее помещение. Сейф? Да, да, я помню. Фу, снег от фуда. Секундочку, проверьте еще раз огнетушители. Я уже выяснил, что вы очень уязвимы к огню. Но я хотел бы узнать побольше о психологическом эффекте, который он на вас оказывает, и о том, как его можно использовать. Проверка огнетушителей. Проверка установки. Да, а ты как думал, блин, тебя со снайпером сейчас раскидывают. Он получается прям очень быстрый. Смотри, чуть не убил меня. Да.
сделать. Просто работа. Сделал свою работу. Стой, так, подожди, ты дверь не пропустил? Слушай, нет, иди дальше по коридору. До обратной стороны. Вот отсюда я вышел, да. Получается, да? Дальше по коридору, но обратно сюда, пожалуйста. Тут какая-то очень пыточная уже. Тут можно, да. Ага. Рыжая чаша на месте. Выжатая. А, выжатая. Собака. Выжатая. Чаша ненависти. Это извращенное создание мастеров плоти дземицы. Похоже, его тщательно исследовали, и теперь оно непригодно для использования. Ага, слушай, это, походу, последний предмет для Гэри. Да? Ага. Собака. Чё, мандарин? Говорил тебе, да, доберу тебя. Ключ от камеры барана. Так, ну это тут все получается. Камера. Это тут это начало, да? Да иди вот это сюда, да. Мне просто интересно, такое было место, что какие-то там скелеты. А, вон, да, наш чувачок. Это еще сараки замечают это. Выпустите меня! Да я погоди-ка. Выпусти меня отсюда! Тише, я не один из них. Они тебя взяли. У меня нет оправданий. Носферату, которого поймала кучка людей. Хуже просто нет. Это не очень умно, да? А, блин, придется в шуме с ним разговаривать. Барабас, полагаю, мне писал Гэри, что будешь тебе, да, выбираться отсюда. Стой, не так быстро. Здесь есть серверы. Сломаем их и затрем все данные их исследований. На этом этаже есть мейнфрейм. Оставь это мне, нет такого компьютера, который я не мог взломать. Идем проверим компьютеры. Все о сородичах должно быть стерто. Если кто-нибудь вмешается, предоставь это мне. Даже если я всех здесь выпотрошу, я не почувствую себя отомщенным. Сирены просто нихера не слышно. Окей, пошли удалим эти файлы. Где тут у вас компьютер? Эй, не двигайся! Сирена слома, да? Да, ты сам разберешься, компьютер взломаешь, нахрена тебе Барабас, а? Кто его знает. Ты уж там CPU после чего? Я уже хочу взломать CPU. Понимаю, это какой-то... А чем ты? Ага. Где надо? Ага. Что-то какой-то короткий путь, или? Ну, видимо, там денег мы вроде бы нашли. Книжка. А что, имеешь? Ну, почему нельзя вложить? Да? Что за книжка? О, тишина, неужели? А где книжка-то? В книжках. Ну, нет, на самом деле, да, книжки в этом же разряде где-то лежат. А, вот она. Ага, все с другой стороны, да? перетекло. А, в мире тьмы недостаточно освещения, чтобы прочесть эту книгу, по крайней мере, для тебя, тупица. Ха. Обучение меньше 9. О, почту почитать бы, да, сейчас? А у нас там же есть какое-то там... Положение, да, дел. Каково текущее положение дел по проекту?
кажется, это главная бабёха. Ну, походу, да. А кто ещё поделится? Кстати, вот с такой информацией можно... Кажется, об этом стоит сказать. Так, я честно не понял. То есть мы здесь только ради того, чтобы прочитать эти два сообщения. И первое ты решил пропустить, но как бы суть весна. Жица хочет заварить. Я понял, но этот, тут карточка нужна. Наверняка выполнена. Да. Не закрыто. Сюда пришли. Ох, ты ж мол за этот, блин, сирена долбанная. Дома смешает. Так. И, а это какая не... А, которая закрыта, да? Дверь серверная, как бы. Свобода. Угу, точно. Открыть. Открыть. Пошли. Прям под музычку. Так, северная где была? Вот это что ли северная? Да, вот это что. Может сирену долбанную выпустить? Интересно, но я кстати не знаю. Ты, блин, обещал там. Я всегда ему просто поручала заниматься этим. А, вон. Высота. Не знаю. Сейчас надо собить, мне кажется. 7337, окей. Это последний. Валим отсюда. А тебе надо немедленно связаться с Гэри. Он должен узнать, что ты в порядке. Делаю. И спасибо. Пожалуйста, удачи. Какой? 7337. А, он не я быстрее. Да? Нельзя. Не, ну короче, на максимум прям лётает. Оружие. Неужели сирен закончится? Ой, наконец-то. Тишина. А, прям еще что-то пиликает. Угу. Телефон. Какой? Вот этот. Не дает взять. Алло. Нужен ли вам холодильник? Нет? Тогда, может, стоит отдать его нуждающимся. Неплохо справился с возвращением нашего парня. Как Барабус быстро, слушай. А я слушаю. Уже информацию, что я предоставил вашему князю, я также продал Джованни за толику сочных слухов. У вас двоих равные шансы заполучить его, просто у них небольшая фора. Как мне нравится Гэри. Угу. Хотя вот этот театр в самом начале нашего знакомства был нелепым. Джованни? Коль уж собираешься устраивать джихад, не забывай о подготовке. Знание да — это власть, а власть есть цена. Ну, раз уж я уже получил у них желаемое, тебе это достанется даром.
Ну как сказать даром? Ладно, скажи мне об этих Джованни. Потратили дофига времени. Тебе это понравится. У них в шкафах полно скелетов. Буквально. Мне стоило с этим поступать. Инцест, криминал, культы смерти — это все от Джованни. Спагетти и трупы. Босс. Босс. Да, какие тайны хранят Джованни. Ангарский саркофаг не единственный огольный предмет, хранимый ими. Я слышал, их коллекция способна заставить даже Алистера Кроули восстать из мертвых, если, конечно, его череп уже не лежит на одной из полок. Алистер Кроули — это... Не помню. Что ж, скажи мне на эти Джованни. Это Муглянин, по-моему. Если тебе хватит глупости туда пойти, что ж, не жалуйся, что я тебя не предупреждал, это. Босс. У них в городе есть особняк, я покажу на карте. У них там съезд. Всякий, кто не Джованни, не должен подходить ближе 50 ярдов. Так, информирую о том, что у Джованни книжка для Пиши. Да, я помню. Спасибо, пожалуйста, туда и отправлюсь. Я что, единственный, кто предугадал это еще миллион лет назад? Похоже на то. Задаем, босс. И вдать разок за Гэри. Если выживешь и понадобится информация, заходи ко мне. Я всегда тут и повсюду. Еще разок взглянуть на твою рожу. А, я это запомню, до встречи. Так, ну что, давайте пока на этом закончим.